Какая красота вообще. Отличается сильно, да, от крымских пещер, как бы там было. Тут нет сталактитов, сталагмитов. Посмотрите, какие здесь камни, какие здесь своды потрясающие. Видите, как природа постаралась. А вот там находится самый низкий тоннель, метров высотой, по нему придется ползти. Вот так. До чего может довести любопытство? А вот такой вид открывается в конце маршрута по Талдинским пещерам.